Прости, конечно, внучка, что я тебе что-то задаю. Я уже слишком стар и скоро умру. Деда, не умирай, пожалуйста. Единственный, кто у меня остался. Остальные уже умерли. Я тебя сдам в детдом. Если что, если я смогу вылечиться, то я все-таки тебя заберу, но вряд ли у меня это получится. Здравствуйте. Здравствуйте. Кого хотите забрать? Нет, я хочу сдать. Вот эту вот девочку. Деда, не надо. Не волнуйся, все будет хорошо. Хорошо, давайте подпишем. Вам нужно подписать договор. Так, вот, держите. Подписывайтесь. Теперь вам нужно подписать еще вот здесь. Вот, держите, подписывайте. Все. Теперь отдавайте ручку. Так. Теперь вам нужно заплатить за то, что вы сдаете ребенка. У меня так мало денег. Наверное, я все-таки не смогу вылечиться. Милая. Ну, оставь их себе. Я не хочу тут быть. Нет, тебе тут будет лучше, чем со мной. Тут хотя бы есть отопление. Так, все, спасибо. Я все расскажу этой девочке. Можете уходить. Хорошо. Пока. Пока не надо. Нет, не надо, деду. Деду, не надо, пожалуйста. Все будет хорошо. Успокойся, Настя. Если что, я за тобой приду, но это вряд ли. Пока. Так, ты чё тут? Не ныть. Пошли, я тебя познакомлю со всеми. Так, дети, это у вас новая подружка будет. Какая же мелкая. Какая вообще мне разница, все. Не только не обижайте ее. Наконец-таки наедине осталось. Могу поесть деньги. Это очень вкусно. Здорово, малявка. Как живется? Ай! Ты что делаешь? Ха, ну вы посмотрите на нее. Слышь, ты, как поживаешь? Ай! Зачем вы меня обижаете? Ха, затем, что ты мелкая. Какая же она все-таки мелкая. Я. Где мой шкафчик? Это? О, нет, тут уже что-то есть. И мой. Тут тоже что-то есть. И тут есть. И тут. Тут. Фух. Все-таки тут есть мой шкафчик. Ха-ха. Давайте-ка посмотрим, что там у нее в рюкзаке. Эй! Вы чего?
От того улетает сюда. Ай! Я хочу посмотреть. Нет, это я открою. Я открою. Нет, я. Держи, девочка. Спасибо. Хоть кто-то с добрым сердцем. Быстро показывай, что там у тебя. Или мы тебя побьем. Ладно. Фотоаппарат. Очень старая версия. Ей уже, наверное, лет 7. Какая вам разница? Еда, вот, смотрите, какие чипсики очень вкусные. Бананы. Мой подгузник. Она даже подгузник носит с собой. Вы это вообще видите? Ха-ха. И что тут такого, что я ношу с собой подгузник? Дальше мои игрушки. Ха, она даже без игрушек не может прожить. Вода. Кстати, я пить хочу. Шоколадка тоже вкусная. Зефирки. А ну давай сюда. Эй! Это моя последняя еда. Вы издеваетесь? Отдайте. Отдала быстро. Вкусная, кстати. Они меня без еды лишили. Только бананы остались. Мой крампет. Не надо им ничего показывать. Ну а что они? Они меня прибьют. Ладно, показывай. Ха-ха, вот так и посмотрите на нее. Отдайте! Это подарок от мамы перед тем, как она умерла. Да ладно. Ну что? У нас тоже нет родителей. Мы не плачем из-за этого. У нас нет от них никаких подарков. Мы все это выкинули. Нет! Оставьте его! Пошла отсюда. Мы его себе оставим. Ты его ни за что не получишь. Эмма, лови. Кидай, что ты стоишь? Держи. Спасибо. Ты самая лучшая. Предательница. Ай. Почему вы меня обижаете вместе с ней? Я не понимаю. Потому что вы с ней даже будете в одной кровати спать. Вы просто одинаковые. Мой кристалл. Что? Где она такой кристалл нашла? Не трогайте его! Собрались вот собирать уже. Ну и моя одежка. Поняли? Не трогайте. Не трогайте мою одежду и меня. И моего крампета.
стай, трочь, все. Так, все, буду в своей пижаме. Все, меня достали, серьезно. Крампи-то я оставлю. Ладно, мальчики, можете не завидовать ей. У меня тоже такой есть. Что? Ага. Только у нас его нет. Ладно, не важно. Как достать? Не достаю. Давай помахну. Спасибо. Ты тут самая лучшая. Ты мне так уже говорила. Какой у тебя шкафчик? Вот этот. Что? Что тут делают зубы? Это коллекция моих молочных зубов. Когда я была в твоем возрасте, у меня очень часто выпадали зубы. Не просто выпали до 10 лет. Я их решила хранить. У меня есть еще одна банка. Не, не надо ее показывать. Мне этой достаточно. Что у тебя в портфеле? Что? Такой же, как у меня? Нам повезло, у нас одинаковые. Ну и деньги. Ты тоже бедная была? Почему у тебя так мало вещей? Да. Надо уже спать, знаешь? Да, знаю. Да, тут еще нет света, понимаешь? Надо привыкать, малявка. Ха-ха. Нет света? Я боюсь темноты. Не волнуйся, сейчас я фонарик достану. Ха-ха, вот малявка боится без света жить. Вот как ты потом будешь, когда вырастешь, жить без света? Ведь его часто будут выключать. Ха. Ну да. Куда лёг? А, стоп, я за него забыл, простите. Простите, только не тролльте меня. Ладно. Я нашла свой фонарик, держи. Куда мне будить? На кровать положи. Спасибо. Мне будет спокойней. Пожалуйста. Так, ну ладно, вроде... Все спят, да. Да. А теперь нужно приготовить им что-нибудь. Что у нас есть. Для них ничего такого нет вкусного специально. Потому что это дедон все-таки. Ничего тут нормального у вас не будет. Такой бекон завтра будет есть.
приготовлю всем такой бекон на завтра. Наконец-то. Новый день, чтобы снова поиздеваться на этой малявкой. Вставай. Что? Ну что? Что? Будем снова издеваться над этой малявкой. Даже не знаю, как ее зовут. Мне вообще все равно. Да. Что у тебя есть такого? Сейчас посмотрим, что у меня есть. Так. Слайм подойдет? А где он? Наверное, кто-то забрал. Сейчас пойду посмотрю. Даже не догадался, что я его украла. Что? Это он у тебя? А? Ну, да. Держи. А, что ты делаешь? Я тренируюсь на тебе. Так же будем делать той малявке. Ладно, прощаю. Раз это ты для нее делаешь. Не буду его пока скрывать. А пока лови. Эй! Ладно, все, хватит. Вставайте, пацаны. Будем эту разыгрывать. Да, будем. Надо будет что-то еще сделать с той. Кем? С Эммой, которая тоже почему-то с ней подружилась. Да, мягко говоря. Мы хотим ее на ней поиздеваться вот таким вот образом. Эй, я сейчас над тобой поиздеваюсь. Не надо, не надо, не надо. Не надо, не надо, нет. Сейчас я тебе как кину. Не надо. Стойте, нет. Стой. Ты серьезно? Да, я тебя защитил. Скажи спасибо. Спасибо, хорошо. Я все слышала, не надо на ней пранковать. Что? Вы надо мной будете пранковать? Да, ну в принципе, да. Из-за тебя она проснулась. Ты нет, это не из-за меня, поняли? Это из-за тебя полного. Он меня защищал, наоборот. Он добрый. Угу, добрый. Так, слушайте, не ругайтесь. Ребенок вообще-то. И что, нам вообще все равно тебя. Ай. Сейчас начнется битва с слаймами. Да вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Я сейчас как воспульну слаймом. Ну, что-то случилось. Не откинул. Мне теперь нога болит. Сейчас что-нибудь найду. У меня тут что-то есть, я помню. Вот. Холодная. Дедушка дал перед тем, как уйти. Приложи к ноге. Спасибо, уже не болит. Пожалуйста, можешь съесть его. Нет, я его тебе дам. Это твое мороженое. Спасибо.
Я с тобой поделюсь. Спасибо. Очень вкусное. Может быть, теперь что-нибудь сделаем им за то, что они хотели над тобой поиздеваться. Давай. У меня тут что-то тоже было. Вот, смотри, я нашла слайм. Вау, у меня никогда в жизни не было слаймов. Можно я поиграюсь? Да. Можешь. Конечно. Ха-ха. Ай! Подожди, я сниму тебя. Тебе так лучше не делать. Пойдем. Будем сейчас их пранковать. Давай. Ты чего? Не у всех есть телефоны и всякие приставки. Я сама без этого. Я одна. Не ты одна. Я тоже. И вот эта девочка с розовыми волосами. Ее, если что, зовут. Зовут так ужасно, просто никогда не полюблю это имя. Что, оно какое-то слишком плохое? Да. Ее зовут Лиза. Лизон. Хотя она на это вообще не похожа, ни на какую Лизу. Лиза должна быть спокойна, а она неспокойна. Понятно. Ну ладно, давай уже. Лиза, иди сюда. Ты что? Прямо поиграться нельзя с попрыгунчиками. Сейчас его к тебе в лоб. Вот это круто! Что? Ну зачем вы это делаете? Я же ничего не собиралась делать с вами. Ну почему? Вы мне просто все время первые делаете. Так, ну я сейчас вам отомщу. Держи, лови. Кто-нибудь помогите! Что? Так. Чей это слайм? Не мой и не мой. Это она в меня кинула. Давай ей. А я не буду. Я лучше спрячусь тут. Нее. Я сейчас как кину тоже. Промахнулся. Ну ладно, мне все равно. Ты в порядке? Да. Вроде бы. Ладно, я буду тебя охранять, если что. Все получилось? Да, вроде бы. Вроде бы больше ничего не будет. Кстати, шар мой отдай. Ну вот теперь все нормально. Пойдем, положим слой назад. Так, пора их наконец-то кормить. Мое самое нелюбимое время дня. Ну ладно. Я вчера хотела их кормить беконом с желудями, но теперь я думаю, что их надо просто желудями кормить.
Они будут на диете. Так. Хотя какими желудями? У меня есть намного лучше. Это для меня самая лучшая еда. Ну, а это им. Собачья еда. Девочкам кошачья. Собачья. Дальше. Вот еще другая положена. Вот так. Ха-ха. А это добавочка на обжоре. Вот так вот. В следующий раз будут есть желуди. Еще хуже. Так что я думаю, я их поджалела. Думаю, уже можно будет их нести. Наконец-то я посмотрю, как они будут есть. Только что им налить? Я, наверное, и налью этот капустный ужасный сок. Ужасно, я ничего не пила. Капустный сок. Ну кто может это любить просто? Кто? Не знаю, как... Кем надо быть, чтобы это любить? Капустный сок. Ставим им всем. Так. Расставляем каждому стаканчик. И ставим возле его тарелки. Наконец-то я всем налила и могу посмотреть, как это будет происходить. Вот и все. Так. Дети, пора завтракать. Ну хорошо, сейчас идем. Вы издеваетесь, что ли? Я не хочу есть. Я еще вообще-то уровень не прошел. Вау. Пиу-пиу. Я тоже еще не прошел. Отстаньте от меня. Быстро пошли. Ну ладно. И мы идем. Вставай, Соня, сейчас не тихий час какой-нибудь, как в детском саду. А? Что? Кто? Это вы? Простите. Не спать днем. Я же вам говорила. Ладно. Идите есть. Что тут за еда? Что это? Ха-ха. Похоже, она еще такое никогда не ела. Наконец, теперь она тоже будет мучиться. Да, наконец-то. Нас тут будут таким кормить. Что? Я не хочу такое есть. Хотя бы не желудями. То иногда нам дают желуди. Что? Желуди? Тихо, воспитательница придет. А, ладно. Эх, надо будет все-таки есть. Быстро отошла от меня. Иди отсюда. Садись. Я не хочу там сидеть, там двойная порция. А, мы места перепутали. Мы перепутали места. Отцепись от меня. Мы вообще должны вот тут сидеть. А вы там. Ладно. Садись туда. Все, можно есть. Хотя это невкусно, но надо это есть. Так. Это очень невкусно. Уэ. Ну, вы все не можете это есть. Я им двойную порцию, понимаете? Уэ. Ужас какой-то. Ну, это надо как-то есть.
ужас. Почему мне нравится? Довольно-таки вкусно. Отцепись от меня! Чего ты на меня вообще села? Уйди отсюда. Фу. Лиза, как ты можешь это есть? Легко. Уа. Я даже выпил твой сок. Мне не дают даже это поесть. Да как? Ты вообще этого не касаешься. Можешь вообще не поесть. Кстати, у меня есть идея. Давайте, мальчик, я съем за нее. Да, давайте. Нет, я тоже вообще-то есть хочу. Лучше уж что-то, чем ничего. Ты же не хотела. Да. Очень вкусно. Вау, просто обожаю это. Не знаю, как ты это ешь, но все-таки. Это было круто. Все, оставляем все и уходим. Спокойненько так уходим. Хорошо, хоть за нас посуду моют. Да, хоть на этом. Спасибо этой тетке. Все, идем. Где прятаться? Думаю. Так. Так и не поела, ну как так? Ну что, поели? И как вам? Ужасно, можете нормально, пожалуйста, готовить. На этот раз это было специально. Очень вкусно, давайте, пожалуйста, почаще так будем есть. Что? Ей это нравится? Ну ладно. А ты чего тут плачешь? Они мне не дали поесть. И что? Надо успевать. Кто успел, тот и съел. Поняла? Поняла. А теперь пошла отсюда. Вот это вот так всегда. Подожди. Что такое? Я не поела, ну как? Это может кому-то нравиться, ну как? Как? Она еще надо мной поиздевалась. Кто не успел, тот и съел, или как? Кто успел? Как можно успеть, когда там целая толпа ест? Ха, я свалилась! Что? Ты не болит ничего? Болит. Так, сейчас. Быстро. Надо забрать экран. Так, приложим. Спасибо. Он холодный. Да, теперь должно быть тебе лучше. Надеюсь, он не заметит, что я трогала его приставку. Угу. Давай, я тебя сейчас понесу. Ложись. Я падаю, я не могу там лежать. Ладно. Значит, спи на первом этаже. Спасибо, ты такая добрая. Пожалуйста, держи свои вещи. Я буду тут. Ту-ту-ту-ту-ту-ту, играемся со слаймом. Ой! Случайно налепил сам на себя. Как же его убрать? Так, слайм, иди сюда. Нельзя просто так от меня уходить, понимаешь? Слайм.
Ой, почему он такой скользкий? Никогда таким не был. Ха, он на слайме поскользнулся. Ты это видел? Ничего смешного. У меня теперь нога болит. Ха, ну вы посмотрите на него, он еще и плачет. Ну ладно, ладно. Давай дальше. Ты что нам не дашь? Ладно, все, играем дальше. Ой. Что такое? Где тут у вас вообще туалет? Где, где? На улице. Эти новички такие все время приставучие. Что? На улице? Там же пчелы. И кто меня отсюда выпустит? Ладно, открою тебе. Только чтобы ты перестала орать тут на всю комнату. Вот ключ. Иди. Что? Как будто они такие бедные. Ну как так-то? Ну. Надо все-таки что-то приготовить той девочке, которая мне понравилась. Все-таки она ничего не ела. Приготовлю-ка ей бекон, чтобы она не ела эту ужасную стряпню. Пусть бекончик поест. Тут не с чем смешать, так что пусть лучше просто бекончик поест. Не ныть. Почему ты плачешь? Там туалет на улице. Как вообще такое придумали? Я понимаю. Садись, я себе приготовила. Что? Да, вот, потому что ты не поела. Спасибо. Пожалуйста. Здесь никто ничего об этом не узнает. А вкусно? Ну, конечно, вкусно. Иди сюда. Правда, она может догадаться, потому что тарелка грязная. А, кстати, где она вообще тут моет? Тут нет никакой раковины. Тихо. Вдруг она услышит. Надо потише говорить. Все, пойдем. Ужас, что это за место такое? Тут все такое жухлое, даже туалет на улице. Не завидую тем детям, которые в этом детдоме. Ну ничего, я кого-нибудь из них заберу, и им повезет. Может быть, им хотя бы грибы принести, чтобы они покушали. Ах, нет, это мухоморы. Это и там можно взять. Хотя нет, это обычные. Сделаю им салат. Добрый день. Добрый день. Вы кого-то хотите забрать? Да. Ну, можете посмотреть из детей, которые у нас там есть, кого хотите выбрать. Я им тут принесла покушать, чтобы они вкусно покушали. А, ну, хорошо. Давайте мне, я отнесу на кухню. Собралась их тут кормить нормально. Лучше я сама это съем. Очень, кстати, вкусно. Никто этого не видел. Так, все, идите выбирайте кого-нибудь из наших детей. Вот прямо, вот тут прямо. И потом идете и скажете, кого вы хотите взять. Хорошо. Дети, отложите все свои дела, все эти ваши гаджеты, отложите, пожалуйста.
очень круто. Вы просто никогда не играли в игры. Это просто супер. Если бы не было компьютерных игр, мы бы даже не знали, что делать. Ну и без еды тоже невозможно прожить. Как можно вообще не есть? Какая вкуснятина. Все, отложите даже еду. И напитки тоже. Так, и красная шапочка пошла. И ты тоже не читай. Ну что мне делать? Убери книжку. Эй, ты вставай. Что? Что такое? Я говорила вообще-то всем, что днем нельзя спать. Вы мне не говорили. Потому что ты новенькая. Ее так не любят. Может быть, ее забрать? Не обижайте ее, она маленькая. Ты мне угрожаешь, да? Ребенок угрожает взрослому? Такого не бывает. Ладно. Ну так что, кого выбираете? Ну... Выключили телефоны. Хорошо. Я выбираю... Меня, я очень хорошо себя веду. Ага, конечно. Я убираю ее. Что? Наконец-то заберут эту малявку. Не надо, я хочу быть с ней. Нет, не надо. Я хочу, чтобы меня забрали. Прости, девочка, но я хочу иметь кого-нибудь, кто похож на меня. Ты, она такая милая. Мне ее жалко. Вы ее все обижаете. Я тоже ее люблю. Ее. Дочерите ее тоже. Простите, но девочки, но я выбрала ее. Собирай вещи. Пока, Эмма. Пока, Настя. Держи, это же твой фонарик. Ты мне его давала. Хорошо. Ну, оставь себе в память обо мне. Спасибо. Я готова. Пойдем, надо только документы подписать. Пока. Пока. Идем. Сейчас будем подписывать документики. Так. Ну не плачь. Мне тоже грустно. Ладно. Так, писывайте документы вот эти вот. Так, пока поставлю, ладно? Вот. Держите. Хорошо, так. Ставим это. Так, заплатите за то, что забираете ребенка. Хорошо. Сейчас достану из кармана. Ты куда? Тебе нельзя туда. Что ты делаешь? Тебя забирают. Не хочу, чтобы меня забирали. Мне тут нравится. Чем тебе тут нравится? Тоже даже невкусно кормлю. И что? Тут зато есть моя подруга, которая всегда меня поддерживала. А тут будет у тебя мама. Представляешь, еще лучше. Так.
Вот, держите. А, хорошо. Держите вашу дочь. Спасибо. До свидания. Забирайте портфельчик. До свидания. Наконец-то. Можно еще поесть денег. Это самое вкусное, что есть на планете. Никто даже об этом не знает. Ха-ха. Так, доча, мы пришли. Нет! Ты куда? Я не хочу! Не надо грустить. Ну, пожалуйста, тебе тут понравится. Не верю. Мне больше в детдоме нравится. Тут тебе понравится больше. Вау, он такой большой, этот дом. Ну, конечно. Ты же теперь тоже в семье богатых. В семье? Нет, я одинока, мы просто разошлись с мужем, понимаешь? И он забрал моего сына. Понятно. Смотри, какая у нас гостиная красивая. Лучше, чем в детдоме. Ну да. Такой тут еще вкусный кетчуп. Ты что, его есть собралась? Шучу. Я вижу, что это подушка. Пойдем, я тебе покажу свою комнату. Так, тут ванная. И вот твоя комната. Вау! Я ничего в своей жизни лучше не видела! Держи. Располагайся. Хорошо. Располагаюсь. Ура! Я же захватила этот... Теперь я всегда буду вспоминать про мою подружку. Эму, которая была в детдоме, смотря на этот фонарик. Надеюсь, не всегда буду так грустить. Раскладываем вещи. Так, с моей игрушки. Так, это можно будет на кухню этого отнести. Мои вещи. Подгузник. Это точно на кухне надо будет отнести. Дальше кристалл и моя кофта. Все. Мам. Что? На кухню отнеси, у меня была еда. А, хорошо. Тогда нам надо будет на второй этаж подниматься. Эх. Все-таки я все равно скучаю по той девочке. Она самая добрая, которую я когда-нибудь видела. Самый добрый человек. Это что, компьютер? Не свой компьютер? Да! Свой компьютер! Какая-то коробка, не знаю. Вау! Посмотрю мультики. Так, ну все. Положила банан с водой. О, ты уже свой компьютер нашла. Да! А лучше всего. Знаешь, что у тебя есть своя косметика? Что? Своя косметика? Где она? Вот тут. Интересно, как она выглядит? Потому что они бывают разные. Вау, какая красота! Вау! Так, сейчас накрашусь, так. Теперь этим. Ла-ла-ла-ла. И духи. Ну что, я красиво выгляжу? Да. Конечно. Очень красиво выглядишь. Спасибо. Это супер просто. Лучшая коробка. Пойдем сюда.
Хорошо. Так, можешь пока тут посидеть? Хорошо. Я хотела подарить подарок тому, кто придет в мой дом. Кого я смогу доречить? Давайте я смотрю, что у меня есть. Подарок? Да. Кому? Тебе, конечно. Ура! Что это будет, интересно? Вау! Я такую приставку видела у мальчика у нас в детдоме. Да! Лабиринты! Мне теперь компьютер не нужен. Теперь это мое самое любимое занятие. Ладно, надеюсь, тебе понравился подарок. Да, спасибо! Пожалуйста. Я пойду приготовлю тебе еду. Вкусную, причем не то, что там где-то домилась. Так, мы приехали. Так, тут я специально уже поставила стульчик для того, кого я... Так, берем тарелочку. И себе тоже что-нибудь приготовим. Так, ей и мне. Так, сейчас что-нибудь приготовим. Приготовлю ей бекон с яйцом и зеленью. А себе, наверное, приготовлю макароны. Макароны с яйцом. Все. Теперь надо налить что-нибудь. Дочь, я, наверное, налью клубничный сок. А себе, наверное, горячий шоколад. Чай, это слишком банально. Пойду ее звать. Так, дочь, надеюсь, тебе это понравится. Вау! Это что? Это что, клубничный сок? Да, конечно, для тебя все. Ничего не жалко для тебя. Вау! Вау, безумно вкусно. Все, дочь, поела? Да, спасибо. Пожалуйста, дочь. Я могу тебе сейчас отличный момент, чтобы устроить экскурсию по нашему второму этажу. Кстати, да, этот дом такой большой, что у него даже второй этаж есть. Я попала в самую счастливую квартиру. Да. Пойдем, дочь. Я тебе устрою такой вот небольшой экскурсик. Так, вот второй этаж заканчивается вот этой комнатой. Смотри, это твоя комната. Вау! Это комната для игр, если что. Вау! Это что? Вау! Обожаю эти погремушки, хотя я уже взрослая. Вот тут еще есть игрушки, если хочешь. Вау! Машинки! Бум-бум-бум! Ви! Ви! Нет, его нужно посадить в машину. Машину, машину. Не садится. Ну, ладно. Просто так походит. Ту-ту-ту-ту-ту. Пешеход-собачка. И тут едет машина. Похоже, она довольна все-таки.
Так, надо разложить посуду. Раскладываем. Было наоборот, но это не важно. Доча, потом поиграешь, если что? Почему? Я хочу еще поиграть. Сейчас тебя ждет самый большой сюрприз в нашем доме. Правда? Да, пойдем. Я сложу игрушки, не волнуйся. Тебе не придется ничего сказать. Все, идем. Класс, интересно, что это будет. Итак, та-дам! Твой собственный бассейн. Вау! И со всякими сладостями. Вау, я хочу себе такой напиток. Вау, какая вкуснятина. Очень вкусный. Стой. Ну что, надо же переодеться. Чтобы купаться, тебе нужен вот этот вот, вот это вот наряд. Хорошо. Давай переоденем. Все, переоделись. Можно купаться. Уля! Купайся, доча. Это самый лучший просто дом на свете. Вау! Лови, мам! У нас еще есть игрушки водные. Смотри, что у меня есть. А тебе я могу такой дать. Давай посоревнуемся. Давай. На этом заканчивается первая серия сериала «Детдом». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите вторую серию.